Так, не было у нас микрофон не работал. Три. Ну, чуть-чуть не работал. Я сейчас поближе поднесу микрофон. Дорогие друзья, еще раз я тогда еще раз повторю. Сейчас есть звук. То есть речь идет о 11 сентября. Сегодня у нас 10 сентября 2021 года. То есть 20 лет тому назад был серьезное, так сказать, событие, печальное очень событие, но его завтра будет как бы юбилей. Ну и типа планироваться будут возможные какие-то события, посвященные вот этому, так сказать, печальному юбилею. Ну, мне сегодня так получилось, помогает, да, наша видящая таролог Галина. Сюрприз всем. И мы ведем вещание на канале, на моем личном канале, поскольку вопросы типа политического характера. Причем интересно, что у меня буквально вот закончился не эфир, точнее, а беседа с Константином Стефанским, с которым мы давненько не общались. Вот. Ну вот мы сегодня немножечко пообщались, у меня есть запись этого разговора по поводу того, что происходит. Но давайте я начну с того, с новостей, да, которые есть. Ну и речь идет о программе, которая вот уже было несколько программ, посвященные вот тем событиям, которые проводят сейчас. Ну и, возможно, кто-то не слышал, возможно, и Галина не слышала о том, что сейчас время снятия печати апокалипсиса, которое отображено в Откровениях Иоанна Богослова. То есть библейские сказания, семь печатей, семь чаш и семь труб. Вот. Кому интересно, почитайте. Вот несколько программ было посвящено этому. Я читать не буду. События, они были буквально вот подряд два дня. Было вот сейчас третья такая программа, посвященная этому. Вот. Но с каждым днем какие-то события появляются, причем это будет напряженность нарастать, с моей точки зрения, как я это вижу. Возможно, это не будет неочевидно, возможно, это будет в отдельных каких-то регионах. Но в частности, что произошло? Произошло печальное событие, когда башни, две башни небоскреба, близнецы, World Trade Center, врезались самолет, ну и башни эти погибли, были разрушены. Я был свидетелем этого прямо вот непосредственно, но не в Нью-Йорке, а из Чикаго это смотрел, но прямо вот. Ну и, конечно, у меня много есть и друзей, и знакомых, включая тех, которые там, родственников, которые погибли в этих башнях. Ну, и было после этого очень и очень много всяких разговоров и размышлений. Ну, и 11 сентября во многих регионах, и вот День города почему-то перенесли. Почему? Это, сейчас я задам вопрос Галине. Перенесли на 11 сентября. Почему и для чего? Первый вопрос. Галина, рад приветствовать. Погромче только. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вы вопрос слышали мой? Да. Что нам говорят карты? Было ли это событие действительно террористическим актом для начала? Было ли это, так сказать, ну, случайно, как-то, не знаю, каким образом. И, скажем так, гром небесный, знаете, вот, есть такая поговорка. В назидание там кому-то там или чего. Как? Что нам нет, говорит? Это просто терроризм. Окей. Значит, ну вот то, что нам говорит Галина, то, что говорят карты, это так можно трактовать. Хотя было разные варианты. Вот. Но трудно предположить, что кто-то целенаправленно, скажем так, каким-то образом захотел, ну, кроме терроризма, понятно, да,
Вот. Но о чем идет речь? Именно тогда было начало четвертой печати Апокалипсиса, снятие, где, как мы знаем, первые четыре печати, кому интересно, посмотрите, это четыре всадника. Об этом я говорил до того, об этом я говорил вчера, по-моему, когда была программа. И четвертый всадник, всадник на рыжем коне, или зеленом, скажем, может быть так, это война против ислама, против христианства. Но в рамках не против наций, да, а против именно вот террористических каких-то акций. Так трактуется, еще раз, это не значит, что так оно и есть. Мы такие вещи не можем говорить, без сомнения. Но, во всяком случае, такой момент существует. Вот. Ну, и, возможно, это так, как мы помним, там участвовал в этом самом определенный, да, значит, лицо, ну, которого потом уничтожили. Да? Наверное, официальная такая версия, еще раз. Вот. Почему сейчас происходит и перенос вот сейчас Дня города не на, казалось бы, что такое 11? Это завтра, да? Завтра, это суббота. Вот смотрите, какая интересная вещь. Суббота, вот то, что сейчас слышит Галина, потом я дам слово, она прокомментирует, возможно, то, что на карте, там я не вижу. Там темно, я вот на скайпе с ней, на телефоне смотрю, я не вижу. Так вот, суббота. В субботу, вообще-то говоря, люди, заповедь, еще раз, одна из заповедей, четвертая заповедь, из десяти выше нам дана, нам людям, о том, что в субботу никаких праздников. Вообще никаких праздников. В субботу день отдыха. Это прямое нарушение. Это не плевок, как было сказано в комментарии, почему вот мы сейчас беседуем. Еще раз я прочитаю, поскольку звука не было вначале. Завтра, 11 сентября, очень много городов России и Украины перенесли празднование города именно на этот день. Еще завтра талибы будут официально провозглашать свое правительство. Это вообще плевок в лицо своему миру за борьбу с терроризмом. Можете ли прокомментировать? Я еще раз я сказал о том, что комментировать политические какие-то события я не собираюсь. У нас не политические программы, у нас образовательные эфиры идут, познания. Но бороться же мы же... не собираемся. Мы просто говорим о том, что это нарушение высших законов. Мы не можем праздновать и не можем устраивать свадьбы, которые устраиваются в субботу, потому что это прямое нарушение высших законов. Мы можем нарушать законы, но и ответственность будем нести. И это будет достаточно серьезно. И мы это все увидим. Многие не увидят. Галина, что вы можете сказать по этому поводу? Есть ли какая-то другая причина? Есть ли какие-то тут подтексты? Или как вам карты говорят? Что вам карты говорят? Вот смотрите, да, почему люди ну, перенесли да, на эти именно даты празднества, да, ну, вот именно на 11 число, почему? Это ну, как бы умное, спланированное, да, можно сказать, действие, да, как бы причислить себя к чему-то большему. Я вот даже не могу понять, в чем это такое, да, но, к примеру, событие, оно хоть и негативное, но оно как бы грандиозное, ну, да, оно у всех на слуху, да, и так далее, именно 11-е, такая вот яркая дата. И здесь люди, неважно к чему, ну, к хорошему это, либо к плохому, но они себя хотят выделить. То есть это момент как бы выделения, даже за счет плохого. Даже за счет, вот, ну, например, того, что 11 сентября запомнилось как трагедия. И таким образом перенесли на эту дату. Угу. Ну, оно соответствует моему пониманию этого вопроса, потому что сегодня это прямым текстом, когда человек хочет себя показать, свое величие, это, скажем так, да, ну, он начинает себя показывать. Это прямым текстом называется эго.
И тогда ему сверху укажут о том, что так делать не стоит. Мягко говоря, не стоит. Вот. Хорошо. То есть, ну, вот что есть, то есть. К сожалению, это есть. И, к сожалению, эта цепочка, это звено в цепочке, очень серьезной цепочка, цикл. И это цикл, в котором мы сейчас все находимся. Я считаю, что... Ну, вот, к примеру, да, было ли связано, вот сейчас просто по датам, нумерологически, вот я знаю некоторые даты, предполагаю, да, но мы не беседовали с Галиной по поводу этих дат. Дата 7 сентября, было ли связано 7 сентября, вот оно уже прошло, правильно? Сегодня у нас 10-е. Какая-то такая дата, ну, просто какая-то такая дата, было ли 7 сентября, или это был рядовой день, который показывает вам. Я завуалированно, видите, подхожу. Что было 7 сентября, надо посмотреть. Что было, вообще, было ли что-нибудь 7 сентября? Ну, 7, 8, 9, вот так вот где-то, 6, может быть, даже... 6 накануне, в ночь 6 на 7, я бы так сказал. Ну, смотрите, да, именно 6 показывают, именно 6, не 7, начало положено 6 в любом случае. Здесь есть момент как бы судьбоносный, но что это за судьбоносные события, я пока понять не могу. Самое основное, ну, то есть вот как бы 6 на 7, вы правильно это сказали, это отягощенный день, то есть тяжесть какая-то, то есть нагруженность. Я не знаю, как это выражалось, ну, в жизни каждого человека, да, ну, кому-то тяжело было просто там физиологически, кому-то там на работе тяжело, кому-то еще. То есть есть такой, ну, как бы момент отягощенности этого дня. С чем связаны эти события? Угу. Здесь, знаете, даже вот именно 6 на 7, несмотря на то, что это как бы, с одной стороны, радостное событие, да, ну, это, может быть, это как бы празднество там или еще что-то, но с другой стороны, это как бы проверка на крепость, потому что день нес с собой отягощенность. И тот, кто, ну, как раненый воин, да, человек боящийся, замкнутый, закрытый, там, внутри себя, вот, ну, наверное, хуже всего переносил вот этот момент. 6-го, 7-го, да. 8-го уже, в принципе, нет. Ничего такого я не вижу на 8-е число. Это уже наоборот, даже больше, как будто бы каждый получил, что, ну, должен получить. Примерно так. Угу. Ну, и вы понятия не имеете, да? Что это такое? Я даже не могу вспомнить, какой это день недели. Сейчас посмотрю. А, не надо, не обязательно. Вторник. Вы не видите экран, а я хочу показать экран. Я его показывал в предыдущей программе, но просто для интереса я хочу показать экран. И я сейчас показываю на экране падение 6-го по 7-е число. Это падение, грандиозное падение биткоина, который потерял за 1,5 часа 25%. Но дело не в этом. Дело вообще не в этом. А дело в том, что в ночь 6-го на 7-е число, с одной стороны, вы абсолютно правильно, это можно только поражаться даже, определили двойственность этого события. Значит, начался еврейский Новый год, который начинается вечером, с заходом солнца. И, с одной стороны, это радостное событие, поэтому желают.
сладкого, вот как у нас было накануне, была программа с Александром Рыбал, который живет в Израиле, сладкого желает Нового года. То есть это радостное празднование события. А с другой стороны, это судьбоносное событие. И это я, наверное, уже опять забыл. 5872 год, наверное, да? Значит, то есть, короче говоря, если мы просуммируем, мы получим число 22. Число 22 – это 21 плюс 1. Это ваша епархия, так сказать, Таро. 22 буквы в алфавите еврейском. 22 – 2022 год. Мы находимся накануне. 22 – это две двойки. Двойка – это Луна. Две двойки – это 4. Это северный узел Луны, планета Раху, кармическая планета, события и так далее. Очень и очень много переплетается здесь таких вот наверняка судьбоносных явлений, которые очень неочевидные, но которые очень серьезные. Будет оказывать очень серьезное влияние в последующие годы в том числе. Более того, считается, что 4 года вот это все будет продолжаться. Как вы видите, вот эта катавасия, все вот эти, скажем, ну, болезни, да, эпидемии и так далее. Потому что я сейчас расскажу, у нас появилось новое. Буквально вчера пришли известия о новой, возможно, грядущей эпидемии, о болезни, которая, опять же, в той же самой Индии появилась и которая была. Она была, не началась новая, но она имеет очень примерно как чума, то есть deadly rate, то есть порядка, ну, 75, наверное, 80%. Вакцины от нее нет. То есть если человек заболел, смертность составляет 75-80%. Вот. Грозит ли нам, Галина, вот это все? И опять же, если вот эти 4 года действительно все это будет продолжаться? Что говорит Картина? Будет ли это продолжаться, вот этот негативный момент? 4 года? Моменты не связаны. Нет? Не будет? Нет. Так. А сколько тогда? Сейчас. Очень интересно. Вообще, по идее, да, по плану, это должно быть намного-намного больше, да, ну, там, вплоть до 16 лет. Но самое интересное, прекращение возможно через 2 года, да, либо в течение 2 лет. Опять же, от какого это момента считать? Если это считать от начала пандемии, как бы, то, в принципе, мы уже скоро завершим этот цикл. Но что-то должно произойти очень интересное. Интересное? Это интересное позитивное или интересное негативное? Это полный перезагруз. Вообще, здесь интересно показывают. Это как бы смерть старой жизни, начало новой. Это как будто бы воскрешение внутри человека. И причем это через слово любви. Причем тут слово любви и пандемии я понять не могу. Не, ну, объяснить можно все, что угодно. Ведь смотрите, все же очень просто на самом деле. Любовь – это то, что у нас есть внутри. Это качество любого человека. Но человек закрыт, то, что внутри, оно закрыто толстым слоем, скажем так, ила и песка наносного, который не дает ему возможность вот эту вот любовь. То есть таких людей немного. И вот тогда придется, ну, так сказать, прекращать страдания этих людей на время, да, на время перехода с одной жизни в другую жизнь. Но на благо человечества всего. Просто очистка и все. Поэтому здесь объяснить достаточно легко можно. Ну, это в ускоренном режиме, я смотрю, все будет происходить в очень ускоренном. Да,
Да. Это именно то, о чем шла речь, когда я говорил, что цифровизация или мир цифровой, куда мы идем все вместе, то есть мы представляем собой, ну, условно говоря, вот этот QR-код, считать которого можно человека, считать по этому QR-коду, можно абсолютно все то, что у него есть. Ну, не то, что, скажем так, как говорят, починить его, но, тем не менее, такой вариант возможен, короче говоря. Мы сегодня беседовали, я потом, это будет отдельная, наверное, программа, что я уже не успею, беседовали с Константином Стефанским, давно мы с ним не общались, очень давно. И вот мы с ним обсуждали вопрос, есть такой, был такой, точнее, человек, его звали Вадим Чернобров, очень известный. Поскольку он, чем он занимался? Он занимался космопоиском и чуть ли не построил, или говорят, построил такие, причем вместе там участвовали серьезные люди, космонавт Гречко в частности. Они делали экспедиции в какие-то такие неизведанные места, где можно было проследить, допустим, следы человека из прошлого, да, возврат в прошлое. То есть, короче говоря, машина времени. Была ли построена машина времени? К вам вопрос. И машина времени, существует ли она сегодня? Да, конечно, прям однозначно была построена. Была построена. И да. Существует ли она сегодня? Ли машина времени на данном этапе? Да, 200% она еще и работает. Вот это да. Майкл, если... поехали, где там, куда надо. Я очень хочу. Вы нет, хотите... она реально работает. Просто вообще. А... Вот я бы не догадалась такое вообще в жизни спросить. Ну вот видите, как... Мы... Маша, адрес еще, телефон. Да, коммуницируем. Представляете, да? Полететь, потом вернуться и сказать, когда все закончится, к примеру, да. Так, скажите, построена была она до, ее принесли сюда кто-то откуда-то, там пришельцы там, или кто-то еще, или действительно вот этот Вадим Чернобров, которого сегодня нет, он умер? И то, и другое. И то, и другое. Да, потому что принесли это прям однозначно, да, и он тоже построил. Ну интересно, вот его эта штучка-то работает или нет? Угу. Да, а вот тапушки. Работает-то не его. Да? Угу. Построить-то он что-то построил, но угу. Работает то, что нам принесли. Даже очень хорошо работает. Я задавал вопрос, я не помню, может, и я вам задавал вопрос, я не помню, если честно. То есть покрытым раком тайна его ухода, поскольку он умер. Это был уход такой, скажем, ну, обычный. От обычных причин. Он умер, он заболел. У него была онкология. Он умер. Говорят. С другой стороны, говорят о том, что, ну, может быть и нет. Ну, по идее, эта смерть как естественно идет. Так. Помогли, не помогли. Естественному ходу. Да, помогли. Естественному ходу, ну, как бы помогли. Угу. Ну, к примеру, что-то потихонечку попадало в организм и накапливалось. Вот так. А вот у меня тогда вопрос, который всем тоже не дает покоя, точнее даже два. Вот, один я сейчас придумал, вспомнил. Сталин. Ему помогли? Сейчас посмотрим. Тоже помогли.
Причем это связано с кровью что-то. Но что такое с кровью, не знаю. Хорошо. И еще такой вопрос, похожий вопрос, поскольку об этом тоже говорят много, но это чисто специфическое, определенное, скажем, ну не знаю, группа или эгрегор людей, которые занимаются ведами, ну их называют кришнаидами. Был такой человек, его звали Шрила Святой Прабхупада, который положил начало движению вот этих кришнаидов, так он называет, ИСККОН. Ну и вот он умер в возрасте 82 лет, по-моему, 82 года ему было. Построил 108 кранов, умер чуть ли не самым богатым человеком земной планеты. А умер ли он естественной смертью или тоже помогли? Потому что у меня есть знакомые, ну как, точнее, не то, что знакомый, просто я знаю как-то по ассоциации, и он считает, даже фильм сделал про то, что его отравили. Ну, здесь это, ну, нет, вот это точно нет. Почему? Потому что здесь, наоборот, вот показывают как бы раздувание истории на ровном месте. На ровном месте. Ну, как придают интерес этому еще больше, да, но вот этому человеку, как может быть, значимости больше придают благодаря вот этой истории про отравление. Да. Понятно. Хорошо. Я отвечу Эдуарду. Эдуард, не наводи тень на плетень. Конкретно и предметно. Это аппарат. Все. Поэтому можно считать, не можно считать. Еще раз. Не ищи черную кошку в темной комнате. Ее там нет. Вот. Был четко задан вопрос, и был четко дан ответ. Поэтому не придумывай. Так. Хорошо. Галина, вопрос такой тогда в таком случае. Раз уж, так сказать, вот я смотрю, ну, мы дальше поговорим, вот закончим программу, потом поговорим. Еще раз. Общее, а потом частное. То есть криптоденьги или криптовалюта или цифровые деньги. С моей точки зрения, часть программы перехода нас в цифровой мир, где будут невероятные технологии, произойдет это не так, чтобы уже скоро. Для начала надо закончить все вот эти катавасии всякие там, негативные и так далее. Ну, а потом это произойдет, это будет все время идти так или иначе. Является ли это действительно частью процесса, или это просто отдельная вещь, отдельная вот эта криптоденьги, как их называют, совершенно независящее от того, вот куда мы идем в этом цифровой мир. Частью процесса и причем желаемой частью. Желаемой частью процесса. Да. Кто-то прям точно хочет, чтобы все так было. То есть, чтобы все перешло на цифровое. А вот эти... Понятно. А вот эти перетурбации, вот эти вот падения, вот, вот это полет 25-процентное падение с 53 тысяч, вот у меня вот на экране я просто вижу, 53 тысячи на 42 500, то есть 10 тысяч, да, это больше чем 25%. Это часть каких-то манипуляций, наверное, да, или нет? Это часть манипуляции, либо что-то другое. Понятно, что здесь и есть, это все правильно, так должно было даже быть. Ну, потому что по-другому быть и не могло. Вот все запланировано где-то там, да, кто-то вот всем этим в любом случае как-то рулит, чтобы где-то упало, где-то поднялось, где-то что-то, ну, пошло не так. Все, часть процесса. Планировали... Сделали, все идет в правильном ключе. Окей. Понятно. Ну и тогда одна монета, за которой я наблюдаю, которая вместе со мной, поскольку я дал такой сигнал, называется Луна или Луна, неважно. Вот я за ней наблюдаю, поскольку там очень серьезное как-то движение. Вопрос конкретный. 40
дойдет до 40,5, вот это мой уровень, и пойдет ли второй вопрос дальше, выше? Конечно, дойдет. Пойдет ли выше и намного ли? Пойдет выше. Конечно, пойдет выше и намного. Ну, я бы не сказала, что она там в два раза скаканет, да, то есть была 40, стала 80. Но в любом случае очень даже намного. Ну, я могу сказать, что это уже 30, более 30% при желании могли бы люди получить. А, хорошо, мы отдельно поговорим. Эдуард. Дорогой мой, а сейчас Галина будет, пока я буду зачитывать, она прочитает. Ты, пожалуйста, дели свое сомнение и свое мнение, и дели, поэтому надо уточнять. Ты уточнил, я тебе ответил. А то, что ты сомневаешься, многие люди сомневаются. Я могу это объяснить элементарно просто. Элементарно просто. Ничего не бывает без причин. Если мы читали Герберта Уэллса про машину времени, можете не сомневаться, что это было, это память Герберта Уэллса, который был далеко сзади, впереди, и это видел. Можете не сомневаться просто. Не бывает о том, что фантасты придумывают это в своей буйной фантазии. Нет такого. Поэтому все то, что мы видели в кино, то, что мы читали в книгах, научная фантастика, это было, и это мы увидим. Ну, те, кто сможет увидеть. Сомневающиеся могут не увидеть, а те, кто уверены, они увидят. Поэтому тут вопросов нет. Но, тем не менее, очень многие люди могут быть не готовы. Это не вопрос. Верю, не верю, пожалуйста. Физического путешествия. Именно физического путешествия. Да. А, Галина, что вы думаете по этому поводу? Точнее, карты по этому поводу. Что думаете? Конкретный вопрос какой? Конкретный вопрос, физическое путешествие во времени возможно или только можно перенестись? Ну вот, я взял, сел в машину и перенесся там вперед или назад. Конечно. Конечно. Да. Ну вот, а сомневаться, конечно, можно и не верить, не вопрос. А можно летать и назад, и вперед? Потому что есть мнение о том, что... Ага, хитрые вы какие, да? Ага. Смотрите. Ну, какие? Да, насчет и назад, и вперед, кстати, очень интересно. Это сложно, говорят. Да, это возможно, есть такая возможность при наличии каких-то особенных там возможностей у самого человека. Если он настолько целостный, ну, как весь мир, да, и у него нет ни времени, ни пространства там и так далее. Но для средней статистики, да, то это в один конец. Если честно. В один конец? То есть обратной дороги нет? Ага. Так что не полетим, Майкл. Что-то не очень как-то. Хочется. Ага. Видишь, когда уточнили, да? Нет, на самом деле в литературе описывается это все. Именно физически. Просто мы не понимаем, как это можно делать. Но мы же не понимаем, как можно взять... Вот я сижу в кресле, понимаете? И вдруг я начинаю расти на глазах у людей. Или начинаю подниматься в воздух. Это все невероятно. Но ведь это было. И сегодня это есть. Просто мы этого не видели. Ты же не был там, где это происходит. Ты же не видел людей, которые живут тысячи и более лет. Ну, ты же не видел. И скажи, а где это написано? Вопрос можно. Задавайте. Значит, так что это все дело такое. У меня вопрос пока тут напишут. Вопрос следующий. Был такой человек, конкретный человек, который прилетел к нам из будущего, и его имя есть, имя и фамилия его была. Казачок его зовут, звали, точнее. По-моему, да, по-моему, нет.
Короче говоря, он рассказывал, то есть он попал сюда каким-то образом, короче, его забросили, вот этого казачка, фамилия его казачка. И он остался в этом в нашем времени. Вопрос? Именно вопрос. Это правда или нет? Был ли такой человек, правда это или нет? Нет, либо... такой человек был, правда ли то, что его забросили из прошлого? Или он как-то каким-то образом попал? То есть из будущего, не из прошлого. Из будущего. Нет, это... нет, нет, это однозначно так и было. Хотя, ну, как сказать, почему-то думали, что он как летает в облаках, в розовых очках и, ну, типа получил какую-то травму. Ну, то есть... голову ударил, да, ну, примерно так, и придумался это. Так он придумал? Нет, на самом деле так было. Было. Да, и я говорю, люди как расценили то, что он говорил. Ну, людям невероятно, поэтому они, и, собственно говоря, не верят, а это было, и более того, факты, то есть раскапывали это, то есть это было действительно. То есть доказательства, короче говоря. У нас есть вопрос из зала. Что говорят карты? А не то, что вы об этом думаете. Об этом могу думать я, допустим, Галина вряд ли. Она интерпретирует, что говорят карты. Земля плоская или шар? По-моему, уже этот вопрос был у нас. Так они все равно ответят, как есть. Да? Земля не плоская, земля... не шар, да, здесь интересная какая-то форма, ну, я бы не сказала, не знаю, похоже на летающую тарелку, вот типа так, ну, как-то примерно так, потому что она как-то вытянутая. Ну, я могу объяснить, я уже это не один раз, собственно говоря, объяснял, если вы посмотрите строение Вселенной по ведам, есть и фильмы есть даже, то, значит, для Галины, то есть, что представляет собой? Это его называют золотое яйцо творения, так называют его, золотое яйцо творения. То есть, представляет собой вся Вселенная, будем так говорить, да? Это, хотя это образно тоже, это не Вселенная. То есть, это яйцо, и вот это вот яйцо, знаете, есть, когда режут, яйцо режут, да? Есть такая вот, ну, не знаю, аппарат, который... там его просто вот так вот на, слоями, да, режут. Вот если посмотреть, вот этот слой, да, вот этот слой, он представляет собой что? Вот то, что вы говорите, тарелка, действительно тарелка, да, можно представить тарелку. Это диск, иными словами, диск, который плоский диск, да. Ну, если мы его разрежем, да, в папире, или, скажем, мишень, да, самое простое. Вот мишень, если мы мишень, концентрические круги, но если мы продлим ее туда в глубину, 3D сделаем, да, то это же будет вот так, такой действительно шар, и это будет... Но мы его не видим, поэтому, находясь там, где мы находимся, с нашей точки зрения это круг или не знаю, или шар, допустим, да, вот. Но... в общем-то, это не так, поскольку мы не можем себя отделить и посмотреть со стороны. Но если бы мы посмотрели со стороны, мы именно так бы это увидели. В принципе, есть, это же есть. Еще раз, если мы зададимся целью посмотреть и не будем сразу говорить, я в это не верю, это придумали, то тогда мы узнаем об этом. Вот. Как оладьи. Ну, да, примерно, как оладьи, да, как оладьи. Так, хорошо, Галина, давайте мы с вами попрощаемся буквально на 5 минут, я вам перезвоню, хорошо? Хорошо. Договорились, спасибо. До свидания. Так, дорогие друзья, значит, давайте быстренько тогда мы закруглимся, так получилось, что... у нас Галина должна была быть сессия такая по другим вопросам. Ну вот я воспользовался этим и привлек ее. Значит, у нас была программа, я еще раз напомню, была программа с Константином Стефанским.
И речь идет, мы с ним говорили, я потом проиграю. Это я, у меня есть запись. То есть речь шла о том, что что-то сейчас происходит. Собственно, давно оно происходит. Но вот оно происходит, где-то нам рассказывают, в Донбах это все закрывается каким-то образом для каких-то целей. Почему? Ну, придерживается. То есть, скажем, что такое машина времени? Это же технология, перенос. Технология, правильно? Переноса в будущее или прошлое. Но нам пока сегодня рано еще, так, наверное, считают. Поэтому это где-то держится в секрете. Да? Кто так считает, это мы пока не будем говорить. Кто считает, ну, рано еще. Земляне еще не вышли на уровень. То есть это можно использовать в личных целях, и это не годится. Поэтому хода не дают. Дальше. Сегодня есть технологии, позволяющие людям, допустим, вот мы об этом говорили с Константином, скажем, себя омолаживать. Мы много программ провели. У нас есть совершенно потрясающая программа, закрытая, разумеется, программа. Это был курс. Я его называю «Молодильные яблочки». То есть это курс, состоящий, по-моему, из 10 или 12 занятий, где человек омолаживался. Да? Ну, с помощью медитации и с помощью полетов в этом. Ну, как это называется? Не покажу. В общем, полеты. Пытаюсь вспомнить. Ну, кто-нибудь подскажите. Вот. Нетелесное путешествие, короче говоря. Вот, значит, и мы говорили, такая известная дама, астрал, правильно, да, благодарю, в астрале. Вот, ну, а Константин у нас известный астролетчик, который много-много-много лет, у него огромная группа были, он обучал этому, ну, это было в прошлом, сейчас не обучает, но какие-то моменты у нас были с ним. Переболел второй раз с ковидом. Но нормально, как был, так и есть. Незаметно. Бывает такое. Так, речь шла о том, что Элизабет Переш, это та дама, которая, ну, вводила там некоторые там препараты, теломеры, это теломераза. Что такое теломераза? Когда и теломеры, это когда определение клетки пропадает, на, пропадает некоторые клетки, которые отвечают за память, ну и деградация, и так далее, и так далее. Короче говоря, вот есть такая вещь, теломераза, которую, ну, использовали когда-то, опыты проводили. Вот мы об этом говорили. Я потом проиграю, короче говоря. Не так, чтобы это, так сказать, секрет, но куда-то это все пропало, исследования пропали. Более того, он рассказывал, я не знаю этих препаратов, которые он назвал, я не знаю, что такое, но они продавались везде. Вдруг пропали. Вот. А везде продавались. Во всех магазинах, там, джимах продавались. Но все почему-то опять, как всегда, куда-то пропадает. Вот. По поводу... Давайте мы завершим программу, с чего мы начали. Мы начали с того, что 11 сентября, не случайная дата, без сомнения, это код. Не будет ничего происходить 11 сентября. Но мы встретимся до 16-го, потому что 15-го, 16-го, следующая дата, 5-6 дней, да. Мы договоримся с Галиной, когда, наверное, в понедельник мы с ней встретимся. Я задам этот вопрос, будет ли что-то 15-го, 16-го сентября. Дорогие друзья, у нас сегодня, я спрошу, сегодня у нас программа с Ольгой Викторовной. Поэтому вот я с ней договорился, и она есть уже на YouTube в 17:30. Сейчас программа через час будет с Еленой Порецкой, а по окончании программы в 17:30 у нас будет программа с Ольгой Викторовной, тоже задам этот вопрос. Но это нехорошо. Перенос на 11 сентября празднования совсем нехорошо. Это программа, которая... Тут ничего, они ничего не могут... Это не специально сделано. Они понятия не имеют вот это, то, что они делают. Это люди, которым уже сегодня дана команда еще выше.
того, тех, кого мы не знаем. Да? Этих людей мы знаем, они на виду. Президент и так далее. Уполномоченные там и так далее. Этих мы не знаем людей. Мы можем только о них догадываться. Вот через них, и они не источник, через них дана команда вот этих всех вещей. То есть смотрите, что происходит. Если мы нарушаем законы, то мы будем нести ответственность. Отдельно каждый человек будет нести ответственность. И вкупе все вот эти люди, мы будем нести ответственность в плане чего? Как это все происходит? Это кармически происходит. И это не наказание. Это просто ответная реакция на то, что мы сделали. Даже если мы это не помним. Даже если это было в прошлой жизни. Это не имеет никакого значения. Оно есть и будет. Поэтому создаются определенные условия, где собирают людей в одной части какой-то. Люди поехали в отпуск отдыхать. Да? Ну, как это произошло, к примеру, в Индонезии. Правильно? Вот. Поехали отдыхать. И там цунами. И вот это много людей погибло. Это программа этих людей. Чтобы не по одному, так сказать, выстреливали, а чтобы одним махом всех. Это нет других объяснений. Это только такое объяснение. Можно не поверить, можно не согласиться. Значит, что было 11-го 73-го года? Нет, не помню. Что было 11-го 73-го года? Напомни. Нет, но дело не в этом. Дело в том, что код 9.11, это был код. Он все время работал. Он был дан нам еще давние времена, которых мы не помним. Он был принесен несколько тысяч лет на Землю. А, Пиночет? Ну, да. Вот. Ну, тоже тут неоднозначно и так далее. Ну, короче говоря, это был код, и в эти коды, да, были. Но он сейчас не работает, этот код. Единственное, что не надо было, с моей точки зрения, категорически не надо было, зачем нужно было переделывать номера скорой помощи, к примеру. Ну, хорошо, в Америке их придумали. Но зачем брать на вооружение это в Советском Союзе, то есть в России? Ну, для чего? Ну, почему надо брать то, чего нет? Они же, люди же не понимают вот эти вещи. И не понимают главы. Это программа, которая направлена просто на очистку и все. Ну, нарушение закона. Все, кто в этом принимает участие, их очистят, короче говоря. Точнее, нас от них. Закон такой. И тут нечего говорить, они плохие или... Они такие, как и они есть. Тут не о чем говорить. Казнь Ивана. Ну, вот видишь, Эдуард, как все классно. Все совпадает. Вот. Но не в этом году. В этом году я не верю в то, что будет. Ну, я могу ошибаться. Дай бог, чтобы я не ошибся. Я не верю, что какие-то события произойдут. Но где-то локальные какие-то вещи произойдут. Мы об этом поговорим с Галиной. А сейчас, дорогие друзья, давайте мы с вами попрощаемся. Спонтанная программа, которая идет на определенном канале. Это не идет на канале Центра Сангейтс, как вы заметили. Потом, наверное, загрузим, посмотрим. Встретимся через час. Всего доброго. Пока.